по-индийски это привет. Поэтому привет. Меня зовут Таисия Кутузова, и со мной Илона Истомина. Она видеограф и фотограф. Она просто как хипстер тоже отрицает, что она фотограф. Ты фотограф? Нет, я не фоткала это. А это Таисия, она любит торговаться. Как тебя называть? Ну, кто я? Как ты думаешь? Видеограф? Сейчас Илона расскажет, когда же произошло ее первое путешествие. Мое первое путешествие произошло на третий день после моего рождения. Меня забрали из роддома и отвезли домой длинной дорогой. И все равно я люблю путешествовать. Я путешествую каждый день в метро, в маршрутке, в автобусе, в троллейбусе. Люблю путешествовать. Журналистки. Ой, я упала. Меня научил путешествовать папа. Он брал нас с братом и дворовой детровой. Папа брал меня и брата вместе с дворовой детровой. 33 круга лавировали, да не вылавировали. На дворе трава, на траве дрова. Раз дрова, два дрова, три дрова. Так вот, папа брал нас с братом и вместе с дворовой детворой вел нас на железную дорогу или на замок Неапольский-Киевский. Или на озеро, как рыбаки ловят рыбу, смотреть приводил тоже. Этого не допустить, я постараюсь. Почему мы хотим путешествовать? Илона? Мы с Таисией уже видели полмира. Киев, Троещино. Что ты делаешь? Почему мы хотим участвовать? Во-первых, помоги мне. Во-первых, мы хотим поехать в Европу, чтобы увидеть всю глобализацию, которая сейчас происходит в мире. Во-вторых, что? Разве у нас был второй пункт? Надо. Во-вторых, мы очень хорошо смотримся в кадре. Поэтому нужно взять нас. Возьмите нас, пожалуйста. Да, надо. Давай встретим, что-то придумаем адекватное. Европа – это что? Это путешествие, это ты едешь, это железная дорога, это рельсы. Я люблю, когда ты едешь, и там кто-то новый тебе рассказывает, что почем. Ну, не что почем, а вот как жизнь, вот он такой увидел. И это такой тренд, что сейчас все стремятся к развлечению. Гедонизм. Вот. Гедонизм, да. Ты тоже гедонист? Она большой гедонист, а я антигедонист. Я не антигедонист. Я экзистенциалист. Суть в чем? Что Илона будет пытаться сделать из меня тоже гедониста. Не получится. Что вам еще сказать? Мы все уже рассказали. Па-па.